Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как устройство Lenovo Tab 2A1030 подготовить к использованию. Вот вы включили ваш планшет. Первым делом выбираем язык. Я уже выбрал русский. Нажимаем «Далее». Затем следующим шагом вам предлагают подключиться к сети VLAN. Но если же в вашем окружении нету никакой открытой сети VLAN, вы можете нажать «Далее», пропустить этот шаг и подключиться к сети VLAN позже. Затем устанавливаем дату и время. Затем вписываем имя вашего устройства. Нажимаем «Далее». Затем можете установить защиту устройства, то есть это может быть пин-код, графический ключ или же пароль. Но также вы можете сделать это позже в настройках и пропустить этот шаг сейчас. Затем идут сервисы Google. По желанию можете оставить галочки, по желанию можете их убрать. Но в любом случае вам придется принять условия использования и политику конфиденциальности Google. И, как видите, устройство готово к использованию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.